привет, меня зовут Елена Кузнецова, и сегодня я хочу дать шанс вот этой замечательной собаке по кличке Алла Борисовна. Нетрудно догадаться, что эту мадмуазель назвали в честь примадонны российской эстрады, и, честное слово, назвали неспроста. Это очень музыкальная собака, и все волонтеры приюта «Отрада» до сих пор удивляются ее вокальным данным. Алла Борисовна виртуозно обращается с голосом, когда в настроении, то буквально поет. Но словами это все равно не опишешь, нужно слушать. А еще эта дама любит спа-процедуры, так что с купанием и прочим уходом у хозяев точно проблем не возникнет. Ну а в остальном наша звезда – самая обычная, милая квартирная собачка. Она, конечно, не дворянских кровей, но чем-то похожа на породистого йорка. Ей около 5 месяцев, так что девочка совсем молодая. Характер у нее общительный и ласковый. Алла Борисовна совершенно не боится людей, готова играть, нежиться, ластиться. Очень хорошо ладит с детьми, так что может стать настоящей семейной собакой. В еде она непривередлива, то есть кашу с мясом почитает истинным деликатесом. Алла Борисовна совершенно здорова, привита и буквально сегодня готова переехать в новый дом. Я очень надеюсь, что кто-то увидит эту звезду и узнает в ней свою собаку, и что Алла Борисовна наконец-то обретет свой дом. Если она приглянулась вам, то звоните по телефону, который видите на экране, или заходите на наш сайт. В общем, откройте свое сердце для верного друга.